придерживаюсь философии того, что очень важно проводить время с полотнами в какой-то тишине, какое-то время, и давать полотнам сказать за самим себя. Особенно абстрактное искусство. То есть оно появилось в тот момент истории, когда людям нужно было закрывать внутри себя определенные эмоциональные линии. Все, как бы лежит на моем прошлом, что я занималась модой, и я много работала с цветом, с ярким цветом, с цветом. То есть в моде как раз идея в том, чтобы у меня были одеты всегда в черном. Мы смотрим на индустрию, она двигается все более сумасшедшим, как уже инновациям и так далее. То есть работа со свободой, это полностью связано с тем, что мы ставили.